дань памяти тем, кто победил в тяжелой войне, кто обеспечил победу советского народа над фашизмом. Вообще, вы знаете, что из нашей республики более 780 тысяч мужчин и женщин отправились на фронт. Почти половина не вернулась. И, конечно, сегодня мы говорим имена героев Мишкинского района. Мы говорим имя Загитова Гази Казахановича. И очень важно, что в день его столетия мы открываем этот замечательный памятник, посвященный героям Мишкинского района. Очень, вот мы очень гордимся ним. Это надо же, это наш герой. Считается у нас Марийским районом, где-то 73% марийцев живут. Живем основном 4 нации: русские, башкиры, татары. Нигде такого не было, чтобы межнациональные разногласия. Мы очень много у татар принимаем, марийцы, потому что татары очень аккуратные, чистый народ, и работолюбящие. Олдаш, билет, сейчас это все отлил, обшлиган сон. Шумнан, армия там хоть карм, билет. Зур, аккордеон, билет, но подтян. Гюбни, бишми, орден бары. Безанным, билет, грурон, ай. Гзи, Казаханыш, эти, билет, бертуганнар. Былай, абыны мен үзім күріп білмейм енді. Былай, мені әті сүйлеріне, ине, күшік біленнер сүйлеу бұйынша ғана білен. Бүгі не, онырдан ұлырақ қойтқан кіші бұғанды фронттан. Оңа бұрғанлар. Несіктер мені оның үшінде организатор спасыпмыз деп әйтім енді бұған. Бір кішіні ерді мені қолдырмаған. Мені кімлерін әйтмесін, мені со ердам еткені, бұлай ердам еткені деп тұраларындырлар. Конечно, вот без них еще, тем более без них, Загитов Тар Клана Дмитрий Минде. Нак, не. Грожвак, без я, нак. Тихо, они Мактан и Дан Тюгунинде, но Гербер Коя Варсекта, без них Гиршвай, я у меня, не, Гузьяр Джинек, не кидает вчера второго, не шла. Конечно, не.